DPMS GLL Recon. DPMS GLL правильнее назвать платформой для серии винтовок и карабинов, предназначенных для охоты и решения тактических задач. Это второе поколение стрелкового оружия от DPMS, созданное на базе винтовок AR-15 в калибре 308 Винчестер. В линейке всего 6 модификаций карабинов и винтовок на платформе GLL со стволом длины 16 дюймов GL-AP4, GLL Recon, GLL Moe с длиной ствола 18 дюймов, GLL SAS с длиной ствола 20 дюймов, GLL Hunter с длиной ствола в 24 дюйма и GLL Bull. Винтовки, в зависимости от модификации, имеют алюминиевые кованые и анодированные ствольные коробки с дополнительным тефлоновым покрытием. В отличие от предыдущей серии, серьезным недостатком которой был большой вес, который составлял более 5 кг, в новой линейке, благодаря применению композитных материалов, удалось серьезно снизить массу. Например, карабин под патрон 308 Винчестер или 7,62 по классификации НАТО. DPMS GLL Recon весит 3,85 килограмма. Все оружие линейки отличается высокой точностью стрельбы и надежностью. Также были решены проблемы с извлечением гильз в условиях экстремального перепада температур. Для этого стальную пружину экстрактора заменили синтетической.